сейчас победы. Потом будет размещение, медицинский осмотр. Определенный инструктаж, коллеги, проведу. А перед душным, я думаю, когда вы уже посмотрите условия, которые вас разместят, увидите своими глазами, какие есть, может быть, дополнительные пожелания, какие-то проблемы, мы встретимся и много пообщаемся. Я услышу от вас, что надо дополнительно сделать, чтобы вы здесь себя чувствовали комфортно, безопасно и уютно. Нет возражений.